ткацкие станки, кузницы и захоронения. В поселке Войтенки на Харьковщине археологи занимаются раскопками около 200 могильников поселений готов. Племена готов обосновались тут еще в начале 4 века и пробыли вплоть до середины следующего столетия. После себя они оставили монеты, украшения, орудия труда и множество захоронений соплеменников. Это сосуд. Называется он горшок. Ну, судя по форме, это горшок, и сейчас я очищаю венчик. Убираю землю, у нас появляется вот эта часть, называется венчик, верхняя часть. Сейчас это самый крупный из найденных могильников черняховской культуры. Археологи отмечают, это только малая часть захоронений, на самом деле их может быть гораздо больше. Нельзя сказать, что это поселение маленькое, этот могильник маленький. Здесь довольно представительный этот археологический комплекс. Раскопки продолжаются уже более 11 лет. За это время лагерь археологов увеличился в несколько раз. Работа в лагере кипит практически круглосуточно. Каждый найденный фрагмент очищают, а после осторожно шлифуют. Нам нужно переписать это на фрагменты, чтобы избавиться от этих бумажек, и потом любой фрагмент можно, чтобы легче было искать, заниматься поиском, и потом для статистики и всему тому подобное. Сейчас мы шифруем. Это тушью, чернилами наносим эти данные на каждый фрагмент. К украинским археологам решили присоединиться и немецкие коллеги. Уверяют, найденное поселение в разы больше, чем подобные в Европе. Это очень много, гораздо больше, чем у нас в Средней Европе обычно найдут на поселении. Но, кроме того, это интересный объект. И поэтому я решила, можно пробовать сотрудничество, и это работало. И, конечно, сейчас мы точно знаем, что поселение богатое. Археологи изучили пока только около 5% всей площади захоронений, так что работы здесь еще на многие годы. Олег Скрипник, Евгений Клементьев, 057 UA.